8 часов в столице Казахстана. В эфире утренний информационный выпуск. В студии Лунара Бекбусинова. Я Рустам Балтин. Мы начинаем. Сегодня мажилисмены примут в работу законопроект об особом статусе Туркестана. Согласно документу, Туркестан будет признан духовно-культурным и историческим центром Казахстана. Предусматривается создание правовых условий для формирования, развития и функционирования города в таком качестве. А еще депутаты рассмотрят проект ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров. Такая договоренность между президентами двух стран была достигнута в 2022 году. Цель соглашения – содействие развитию дружественных отношений и сотрудничества между странами в культурно-гуманитарной сфере. Также на пленарном заседании сегодня рассмотрят отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Между тем, только за 4 месяца с начала года в Казахстане привлекли к ответственности в 3 раза больше семейных дебоширов, чем за аналогичный период прошлого года. Это почти 45 тысяч человек. Такие данные приводят в МВД. Снизить количество таких преступлений в стране признан новый закон, говорят эксперты. Он вступит в силу 15 июня. Побои и причинение легкого вреда здоровью в Казахстане декриминализировали несколько лет назад, и количество таких преступлений резко выросло. Причем половина из них совершались с особой жестокостью, поэтому важно было вновь ужесточить наказание, говорят эксперты. Теперь все случаи, даже связанные с побоями и с легким вредом здоровью, если это причинено члену семьи, то есть лицу, находящемуся в материальной или иной зависимости от виновного, то это будет являться, во-первых, отягчающим обстоятельством, во-вторых, это будет предусматривать публичное обвинение. То есть это обвинение, которое не требует заявления потерпевшего. Другими словами, полицейские смогут заводить уголовные дела после публикации таких фактов в социальных сетях или по звонку соседей. Только за первые 4 месяца, по данным МВД, к административной ответственности в Казахстане привлечено в 3 раза больше агрессоров, а защитные предписания вынесли в отношении 34 тысяч семейных дебоширов. К слову, новый закон направлен не только на ужесточение наказания за такие преступления, но и на их профилактику. Самый большой комплекс вопросов у нас охватывается мерами профилактики таких правонарушений, то есть они касаются вопросов создания специальных центров помощи, адаптации в отношении жертв семейно-бытового насилия, в отношении детей, где будет оказываться юридическая, психологическая помощь, социальная помощь в вопросах трудоустройства, обеспечения жильем, да, крыши над головой жертв насилия. Кроме того, есть ряд мер, касающихся работы с самим абьюзером, то есть человеком, который совершил правонарушение в отношении члена своей семьи, то есть это психологическая помощь. В Казахстане заработают специальные центры поддержки семьи, где жертвам насилия смогут оказать не только психологическую и консультативную, но и юридическую помощь. Будет создан центр, чтобы женщины до определения своего статуса могли просто успокоиться, восстановить, наверное, документы. Есть еще одна хорошая поправка, что вот на этот момент, пока женщина находится в этом центре, она может взять отпуск без содержания, потому что порой, убегая от насильника, бросает все, и работу, и семью, и квартиру, и остаются абсолютно, извините, без денег, раздетыми на улице. Находиться в центрах поддержки семьи можно будет почти месяц. К слову, новый закон вступит в силу уже 15 июня. Гульнара Ерманова, Ержан Рахманбердиев, 24 КЗ. Сегодня День эколога, профессиональный праздник защитников природы и специалистов по охране окружающей среды. Официально он был провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1972 года. Сама же дата 5 июня была выбрана не случайно. В этот день начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды. В Казахстане все мероприятия, посвященные Дню эколога, направлены на повышение информированности населения о состоянии и проблемах экологии. Сейчас в стране над сохранением природного разнообразия работают целый ряд организаций. Они борются с загрязнением воздуха, защищают редкие виды животных и сохраняют уникальный природный ландшафт. Внедрение автоматизированной системы экологического контроля снизит уровень загрязнения воздуха как минимум на 15%. Контроль на основе реальных данных даст результат уже
В первые годы применения озвучили экоактивисты на форуме экологических инициатив в Темиртау. По их мнению, подобная система в первую очередь должна быть внедрена в промышленном городе, где один из худших показателей воздуха в стране. Об этой и других проблемах с экологического форума в следующем материале. Давайте посмотрим. Пока в Большом зале обсуждают стратегию развития углеродной нейтральности и думают, как ее воплотить, молодой экоактивист решает проблемы загрязнения воздуха своего города. 10-летний Платон Нечаев продает свои авторские книги о защите окружающей среды. В них волшебные деревья помогают людям очистить воздух. Молодой автор очень хочет, чтобы таких зеленых помощников стало больше. Текст я написал сам, а картинки сделал искусственным интеллектом. Также у меня есть футболки и сумки. 1% с продажи книжек уйдет на озеленение города Караганды. Инициативный экоактивист считает, что даже самый серый город можно сделать цветущим и зеленым. Помогут в этом градообразующие предприятия. Ежегодно в области планируют высаживать как минимум 1 000 000 деревьев. Есть масштабные цели по строительству альтернативных источников энергии. В планах перевести предприятия на газ. Мы очень хотим, чтобы вот эта инициатива проведения сбора мозгового штурма и выработки конкретных комплексных задач по выводу экологической ситуации в позитивное поле будет поддержана и другими регионами, которые в этом нуждаются. Но в промышленных регионах, с учетом того, что Казахстан взял фокус на углеродную нейтральность, он, наверное, имеет более экономический характер. Почему? Потому что мы понимаем, что есть градообразующие предприятия, от которых зависит многое не только в этом городе, может быть, даже и в стране. Еще один способ улучшения экологической ситуации – утилизация твердых, промышленных и бытовых отходов. Для этого в стране построят 49 предприятий по сортировке мусора, еще 45 модернизируют. Результатом станет не только забота об окружающей среде, налицо эффект экономический и социальный. Новую работу смогут получить как минимум 800 казахстанцев. Динара Жамбатырова, Руслан Нурланулы, Сайлау Игликов, Зарина Зулпыхар, 24KZ. В это время почти 323 миллиарда тенге заплатили промышленные предприятия за ущерб, нанесенный экологии. По данным Минэкологии, наложено больше 2000 административных штрафов. Какие предприятия производят самые крупные вливания в бюджет за причинение вреда окружающей среде? В этой теме разбиралась наша коллега, экономический обозреватель Сабина Балашкина. Доброе утро. Готова рассказать, кстати, подробности в рубрике «Первая цифра». Сабин, какие все-таки компании наносят ущерб экологии больше всего? Доброе утро, коллеги. По данным Министерства экологии, это крупнейшие компании энергетики и электроэнергетики, а также нефтедобывающие предприятия. Все подробности далее в рубрике. Госбюджет пополнился, но с ущербом для экологии. Больше 300 миллиардов тенге заплатили промышленные предприятия за нарушение экологических требований по итогам прошлого года. Наложено больше 2000 административных штрафов, сообщают в профильном министерстве. Самый крупный за сброс без разрешения заплатила газотурбинная электростанция «Карабатан Утилити Солюшенс» в Атырау. Больше 7 миллиардов тенге. На втором месте нефтедобывающая компания «Тингис Шевройл», также расположенная на Западе. С нее взыскали почти 3 миллиарда за несанкционированные эмиссии в окружающую среду и превышение норм. В топ-3 нарушителей попало предприятие «Адал Даму Кэпитал» в области Житесу. Оно должно внести в казну свыше 2 миллиардов тенге. Причина – превышения лимита за хранение отходов и отсутствие экологического разрешения. Например, в этом году, в 2024 году, более самый крупный штраф у нас. Сейчас это было по результатам проверки компании NCOC на морском объекте у них. И за сброс неочищенных производственных вод в Каспийское море из-за сжигания газа на факеле, оно было оштрафовано на сумму более 12 миллиардов тенге. Данная сумма была уже полностью погашена данным предприятием. При каких условиях работу промышленного предприятия могут и вовсе приостановить? В Минэкологии дали пояснение. За систематическое нарушение выбросов более 2 раз в течение года
предприятие может быть приостановлено именно по источнику, с которого совершаются выбросы. У него может быть отозвано разрешение. За нарушение экологических правил по сбору, перевозке, учету, восстановлению и удалению отходов к административной ответственности привлекают и должностных лиц, в том числе акимов, а также их заместителей. Почти 150 госслужащих наказали больше, чем на 17 миллионов тенге по итогам прошлого года. С начала этого уже оштрафовали почти 30 госслужащих. Сумма взыскания свыше 2 миллионов тенге, сообщили в Минэкологии. Чтобы усилить ответственность за нарушение экологического законодательства, министерство предлагает увеличить штраф за выброс мусора в неположенных местах. Если сейчас казахстанцев взыскивают почти 185 тысяч тенге, то в будущем сумма может вырасти кратно, почти до 740 тысяч. Юридических лиц хотят наказывать еще строже. Сейчас размер штрафа для них доходит до 750 тысяч тенге. После внесения изменений в административный кодекс минимальная ставка будет варьироваться в пределах 3 миллионов тенге, причем с конфискацией транспорта. Отмечу, штрафы, наложенные в результате аварии на ядерной электростанции «Фукусима-1», на сегодня самые крупные в мире. За неправильную эксплуатацию пострадавшим выплатили больше 70 миллиардов долларов. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо, это была Сабина Балашкина, ее первая цифра. Благодарим. Ну а в продолжении темы экологии мы поговорим прямо сейчас. Ожидаем в студии эколога Дану Шукербаеву. Она с секунды на секунду присоединится к нам. Итак, Дана, доброе утро. Привет. Вот скажите, пожалуйста, вот, как сейчас наша коллега Сабина Балашкина сообщила о том, что госбюджет из-за штрафов пополняется, но экология от этого никак не улучшается. Вот какие факторы, по вашему мнению, способствуют повышению загрязнения воздуха в городах Казахстана? На самом деле, одна из причин качества воздуха в городах Казахстана, это на сегодняшний день до сих пор остаются автомобильные выбросы. Несмотря на то, что в промышленных городах есть те или иные источники загрязнения, как стационарные, заводы и прочее, в крупных городах, как Алматы, Астана и остальные города Казахстана, это выбросы от передвигаемых источников загрязнения, то бишь автомобилей. Основная проблема в том, что это продолжает расти, наверное, отсутствие соответствующих норм. К сожалению, в казахстанские стандарты по качеству воздуха очень сильно разнятся с тем, что используют международные коллеги, например, Всемирная организация здравоохранения. Наши предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в 16 раз меньше норм по нормам ООН. Соответственно, наши нормы не совсем подходят тому, что должно быть привлечено для соответствующих мер. И это основная проблема, которую, наверное, нужно решать. И мы, как экологи, часто за это ратуем. Менять законы, одним словом. Да. Нормы. Да. Вот мы заговорили о законе. А как власти могут поспособствовать снижению загрязнения воздуха в городах? Какие меры могут предпринять? Наверное, самое главное, чтобы принимать меры, нужно анализировать ситуацию. В городах Казахстана на сегодняшний день не так много цифровых сервисов, которые могли бы давать в режиме онлайн аналитические данные о качестве воздуха на сегодняшний день. Для этого есть специальные датчики по измерению качества воздуха, метеорологические станции. К сожалению, метеорологические станции есть только в самых крупных городах, Астана, Алматы и других городах республиканского значения, когда, как в областных центрах регионов, метеорологических станциях бывает там 1-2 в городе. Соответственно, цифровизировать города и устанавливать датчики для того, чтобы вовремя реагировать на те или иные изменения в показателях качества воздуха, это первый шаг, с которого власти должны начинать работать, чтобы понимать ситуацию на сегодняшний день. А давайте еще раз проговорим, какие это регионы, ну вот прям топ-лидеры, анти-лидеры? Анти-лидеры, на удивление, алматинцы любят говорить про свой смог, а Астана тоже не сильно далеко отстает от показателей качества воздуха. Конечно, лидерами являются такие промышленные центры, как Усть-Каменогорск, Темиртау, Балхаш, поскольку у них
них имеются большие стационарные источники загрязнения в виде предприятий. Но наши две столицы в связи с большим количеством населения и, соответственно, уровнем автомобилизации, это, да, они тоже лидеры. А насколько часто вот в последние годы наблюдаются вот подобные неблагоприятные метеоусловия в регионах, которые вы обозначили? Наблюдается довольно часто. На самом деле изменение климата – это и не хайп, и не шутка. В связи с тем, что сейчас повышается среднегодовая температура, все эти мелкодисперсные частицы, которые выпускаются автомобилями и предприятиями, они больше задерживаются в воздухе, ну, если говорить простыми словами. И, соответственно, такие метеорологические условия, они способствуют ухудшению качества воздуха и влиянию на здоровье населения еще большим фактором. Поэтому, да. Вот здесь хотелось бы подробнее. Частицы остаются больше в воздухе. Чем это чревато для здоровья населения, особенно для групп более уязвимых? Да, наше население не всегда понимает такую прямую корреляцию между заболеваниями сердца, нижних дыхательных путей и легких, связанных с качеством воздуха в городах. По данным ВОЗ, самое большое количество заболеваний – это болезни сердца. И говоря про здоровье уязвимых слоев населения, в первую очередь это дети. Мы не всегда задумываемся о том, что автомобили и их выбросы находятся на уровне в среднем 1 метра. И то, что выпускают автомобили, задерживается в большей степени концентрация на высоте 1 метра, а это первоклассник, точнее. Угу. Поэтому то, чем дышат наши собаки и наши дети, мы не чувствуем на нашей высоте. Соответственно, здесь нужно точно отдавать себе отчет, что помимо того, что некоторые датчики, которые улавливают качество воздуха, находятся на довольно высокой высоте, а то, что происходит ниже 1 метра, это очень вредные частицы, которые не всегда как раз таки оседают на той высоте и сохраняются очень долго. Да. Больше всего страдают дети и как раз животные. Да. Но будем откровенными, не все население Казахстана понимает, насколько это важно, насколько важно сохранять вообще экологически чистый воздух, среду. Поэтому, наверное, может быть, информировать больше нужно. Какая в целом есть стратегия на будущее? Какие перспективы? Что планируете делать? Как мы сможем улучшить ситуацию? Ну, смотрите, мне кажется, здесь нужно повышать в целом уровень грамотности населения в отношении прав на чистый воздух. Это в целом экологические права любого человека, которые, к сожалению, не каждый казахстанец осознает, что он имеет право требовать право на чистый воздух. Мы в рамках наших различных инициатив, например, у меня есть НПО по климату, проводим различные лекции среди молодежи, которые объясняют, почему важно быть более подкованным в законе для дальнейших лоббирования интересов населения. Сегодня у нас стартует, например, лекция по климату, первая лекция в рамках проекта Climate Skills. Сегодня? Да, сегодня. Где? Открытая лекция в МФЦА, блок C4-4 в 17:00. Мы ждем вас по вопросам климатического права. Каким образом сейчас люди, вы сказали, вот молодежь, может отстаивать права по чистоте и экологии? На самом деле есть определенные механизмы того, как молодежь вовлекается в политику и управление климатическими рисками. Чаще всего на международной арене молодежь с соответствующими компетенциями становится частью переговорной группы во время конференции ООН по изменению климата. Это каждый год происходит. В этом году, я надеюсь, мы тоже ведем переговоры с министерством, что первый раз молодежь уже будет являться частью переговорной группы по защите своих прав в части изменения климата, для того, чтобы объяснить, да, нашим властям, что, по сути, последствиями изменения климата управлять на молодом населению. То есть молодое поколение будет через 10 лет больше сталкиваться с последствиями изменения климата. Соответственно, чем раньше они будут вовлечены, тем легче будут внедряться инструменты соответствующего характера. То есть так, как делает Greenpeace со своими большими акциями, устраивать не стоит, да?
Ну, для этого надо повышать уровень компетенции в стране. Сегодня день эколога, и я думаю, что, мне кажется, в первую очередь образование эколога и профессия эколога должна стать уже элитарной. И в первую очередь должен повышаться уровень именно образования и статус данной профессии. У нас в Казахстане не всегда экологию воспринимают как за профессию. Иногда эколог считает, что это экоактивист. На эколога учатся, на эколога получают высшее образование. Соответственно, в Казахстане, если мы будем продолжать работать в повышении уровня профессии экологии, я думаю, что будут какие-то положительные. Короткий вопрос, если можно. Вот, насколько сейчас вы затронули образование, насколько популярна сейчас профессия эколога вот, в вузах? К сожалению, не совсем популярна. Надо понимать, что экология – это одна из профессий, которая могла бы положительно повлиять на какие-либо положительные изменения в экологии города и не только городов. Это могут быть и географы, и глициологи, и специалисты водных ресурсов. У нас не всегда это была популярная профессия. Сейчас я надеюсь, что молодежь за наблюдением всех этих катаклизмов, которые мы претерпеваем на сегодняшний день, будет задумываться о том, что в ближайшие годы потребность в таких специалистах, в том числе в государственной службе, будет расти. Но здесь и нужен как раз-таки и инструмент стимулирования со стороны министерств образования, науки, соответствующих департаментов, больше привлекать таких профессий на обучение студентов в университетах. А основным элементом стимулирования, конечно же, остается финансовая часть, зарплата. Сколько сейчас экологи получают? До этого это не экоактивисты, это достаточно серьезная профессия, экологи, которые в будущем спасут в целом и наше здоровье, и планету. Ну, вы знаете, есть экологи разные. Я когда училась в МГУ, я думала, что у меня единственный путь – пойти в Нефтегаз и работать на оценку воздействия окружающей среды. Это единственное место, где достойная зарплата. Если говорить про научно-исследовательские институты, либо же какой-нибудь КазГидромет, когда ты на метеостанции сидишь и измеряешь качество воздуха, средняя зарплата гораздо сильнее, ниже, чем зарплата блогера или, я не знаю, консультанта в супермаркете. Поэтому, естественно, через зарплату, через повышение качества тех услуг, которые работодатели дают там, в адрес специалистов, это будет единственное. В каком коридоре варьируется? Есть цифры? Коридор, честно, я не могу сказать за Казахстан, потому что астанинские зарплаты сильно отличаются от того, что происходит в регионах. Но я думаю, что минимум 500 тысяч людям должны платить за такое образование и за такую важную профессию. Только после того, когда поймут, что это достаточно важная проблема на сегодняшний день, и дальше она будет только ухудшаться. Ну, с учетом того, что только в прошлом, по итогам прошлого года, больше 300 миллиардов заплатили промышленные предприятия за ущерб экологии, я думаю, что зарплата экологов должна быть куда выше. Я надеюсь на это. Благодарим. С нами была в студии эколог Дана Шукербаева. Еще раз вас с праздником. Прямо сейчас у нас короткая реклама. Не переключайтесь, мы продолжим. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрите утренний информационный выпуск. Мы продолжаем. Президентом Мексики впервые в истории станет женщина. По результатам масштабных выборов победила бывший мэр Мехико и протеже действующего президента Клаудия Шейнбаум. Тем временем в Иране стали известны имена кандидатов на пост президента республики. В список вошли 80 человек. Теперь Совет стражей определит, кто будет допущен к участию в гонке. К эфиру присоединяется наша коллега, международный обозреватель Жанна Хусаинова. Приветствуем. Жанна, нам очень интересно, вы следите за событиями. Проходят ли где-то еще в мире голосования? Доброе утро, коллеги. На этой неделе, кстати, стартуют выборы в Европарламент, и в 27 странах ЕС уже проголосуют до конца этой недели. По мнению экспертов, они могут изменить баланс сил в европейской политике. Подробнее расскажу в обзоре. В Мексике на президентских выборах победила бывший мэр столицы Клаудия Шейнбаум. За нее, по предварительным данным, проголосовали почти 60% избирателей. Таким образом, Шейнбаум стала первой женщиной президентом Мексики за 200 лет. Один из главных пунктов ее предвыборной программы – борьба с преступностью. На посту мэра ей удалось снизить количество умышленных убийств в столице до самого низкого уровня, более чем за 3 десятилетия. Этот же опыт она намерена распространить на всю страну. Llegamos todas.
Мы стремимся к честному управлению, свободному от коррупции и влияния преступных банд. Наше правительство будет соблюдать принципы республиканской экономии и финансовой дисциплины. Мы не позволим повышения цен на топливо и электроэнергию и будем поддерживать разделение между политической и экономической властью. Помимо президентских выборов, мексиканцы также избирали депутатов, сенаторов и губернаторов. Масштабная предвыборная кампания стала самой кровавой в истории страны из-за битвы картелей. Для преступных группировок выборы – это возможность захватить власть. В ходе этой кампании их жертвами стали 37 кандидатов на разные должности. Всего, по данным исследовательского центра, за последний год на политиков было совершено почти 320 нападений. Самый последний инцидент произошел через сутки после избирания нового главы государства. В штате Мичуакан застрелили главу муниципалитета Катиха. Существуют большие ожидания в отношении женщины-президента. Есть надежда, что она сможет решить проблемы, которые не решили мужчины. Однако это удивительно. В стране, где каждый день убивают порядка 20 женщин, за последние 50 лет ни одно правительство не смогло это исправить. Касательно внешней политики, принципиальным вопросом для Мехико остаются отношения с США, а именно тема миграции. В конце прошлого года в Соединенных Штатах зафиксировали рекордное с 2000-х число мигрантов из Мексики – почти 230 тысяч человек. Новый президент предлагает ввести рабочие визы, которые позволят контролировать поток людей в США и Канаду. Она уверена, что, цитирую, «стены не решат проблему». В Иране завершилась регистрация на внеочередные выборы, которые намечены на 28 июня. Заявки подали 80 кандидатов, однако не все попадут в итоговый бюллетень. Определить, кто в конечном итоге будет допущен к участию в гонке, должен Совет Стражей. Результаты огласят 11 июня. Среди зарегистрировавшихся есть и экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. По словам экспертов, его исключение практически неизбежно. Он уже много лет действует вопреки воле духовного лидера Али Хаминии. Я готов предпринять шаги для решения проблем Ирана, основываясь на конструктивном взаимодействии с миром и улучшении экономических отношений со всеми странами. Свою кандидатуру на пост президента Ирана выдвинули и 4 женщины. Все они бывшие депутаты иранского парламента. До сих пор ни одна представительница женского пола не появлялась в окончательном списке кандидатов на выборы главы исполнительной власти в стране. Между тем, уже завтра стартуют выборы в 27 стран ЕС. Почти 373 миллиона европейцев отправятся на избирательные участки, чтобы отдать голос за 720 членов Европейского парламента. Первыми в четверг будут голосовать Нидерланды, в пятницу Ирландия и Мальта, в субботу Латвия и Словакия. Число евродепутатов от каждой страны пропорционально ее населению. Например, Германия, как самая густонаселенная страна ЕС, получит 96 мест. Коллеги, ну в целом для населения Европы остаются важными вопросы борьбы с ростом цен, сокращения социального неравенства, безработицы, о которой мы уже не раз говорили, и поддержка экономического роста и, конечно же, борьба с изменением климата. Такие новости к этому часу. Будем надеяться, что в этих выборах победят 50% женщин, 50% мужчин, чтобы было равноправие. Благодарим, Жанна. В целом проблемы, оказывается, на планете Земля одинаковые, как и в нашей стране, так и в других. Это была Жанна Хусаинова, наш международный обозреватель и ее «Контур мира». Мы продолжаем. Альянс Моди победил. Национальный демократический альянс во главе с партией Нарендры Моди набрал больше половины мест в парламенте Индии. По итогам подсчета голосов Моди и его соратники сейчас заняли больше 280 из 543 кресел. Таким образом, действующий премьер-министр займет пост главы индийского правительства в третий раз. Но теперь ему придется считаться с мнением своих региональных союзников, поскольку отдельно партия Моди получила 240 мест, менее половины, и правительство будет коалиционным. Отмечу, выборы в Индии считаются одними из самых крупнейших в мире. С 19 апреля по 1 июня проголосовали 642 миллиона человек.
Евросоюз поддержал план Байдена по прекращению огня в секторе Газа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль и Хамас принять трехэтапное предложение для достижения прочного и устойчивого мира, основанного на решении через осуществление двух государств. Также Боррель подчеркнул, что ЕС ценит усилия посредников США, Египта и Катара в содействии переговорам по обмену заложниками, одновременно обеспечивая безопасность Израиля. Предложение Байдена предусматривает установление перемирия в несколько этапов с обменом пленных, установлением бессрочного прекращения огня и реконструкции анклава. Израиль объявил о готовности остановить операцию в Газе на 42 дня. В то же время группировка Хамас согласна на перемирие только в случае полного прекращение огня. Словения официально признала палестинскую государственность. Парламент страны проголосовал за этот шаг подавляющим большинством. 52 из 90 членов Нижней палаты за, один против. Оставшиеся оппозиционеры бойкотировали заседание, требуя провести референдум. 30 мая словенское правительство одобрило предложение о признании Палестины и направило его в парламент для окончательного утверждения, которое необходимо для вступления решения в силу. Отмечу, Словения стала 147-м государством ООН и 10-й страной ЕС, признавшей суверенитет Палестины. 5 человек погибли в результате наводнений, обрушившихся на южные регионы Германии. Сильнее всего пострадала Бавария. За последние несколько дней там выпало рекордное количество осадков. По словам метеорологов, таких ливней на юге страны не было на протяжении столетия. Уровень воды в местной реке достиг рекордных 10 метров. Дожди сопровождаются градом и шквалистым ветром с порывами до 60 километров в час. В 7 округах действует чрезвычайное положение. Эвакуированы свыше 3000 человек, разрушены сотни домов. Местные власти пообещали выделить 100 миллионов евро для оказания помощи пострадавшим. Лесные пожары бушуют на юге и северо-западе Турции. Огонь охватил ряд провинций, в том числе Анталию, Адану и Мерсин. Всего там зафиксировали до 30 очагов возгорания. Власти объявили массовую эвакуацию. Взять под контроль огонь пока не удается из-за сухой ветреной погоды и жары. Огонь тушат с воздуха, на земле работают 400 пожарных, также задействованы 10 самолетов и почти 100 единиц спецтехники. Главной причиной стихийного бедствия власти называют изменение климата. И продолжаем сейчас во Францию. Казахстанские ученые впервые представили в штаб-квартире ЮНЕСКО деятельность Центра по изучению ледников, базирующегося в Алматы. В рамках межправительственной гидрологической недели эксперты по водным вопросам из стран и разных стран мира обменялись опытом. Центрально-азиатский гляциологический центр, единственный в мире, работающий под эгидой ЮНЕСКО, был создан почти 4 года назад, но уже стал ведущим центром по изучению ледников. Сообщество так называемой водной семьи ЮНЕСКО, объединяющие научные базы по всему миру, высоко оценило работу наших ученых, которые собрали уникальные данные о ледниках. Центральноазиатский центр благодаря своей активной работе вошел в 2 крупных международных проекта, один из которых призван объединить усилия стран региона по защите ледников. В этом проекте наша главная идея в Центральной Азии, чтобы каждая республика создала свой план, стратегию по защите ледников, решению проблем изменений климата. И чтобы потом по этим региональным планам мы объединили наши усилия. Вот на такой план мы нацелились и в его рамках внесем большой вклад исследованиями и человеческим капиталом. Центр по изучению ледников, расположенный в Казахстане, продолжает играть и будет играть чрезвычайно важную роль в поисках решений экологических проблем. Мы хотим отметить поддержку правительства Казахстана, которое мобилизовало средства для этого центра. И сегодня через семью ЮНЕСКО гляциологический центр вносит значимый вклад в реализацию программ, особенно в сферах, связанных с изменением климата и таянием ледников. Популяцию сибирского осетра спустя почти полвека возрождают в реке Иртыш в восточно-казахстанской и Павлодарской областях. Планомерно зарыбляют русло. Для лучшей приживаемости в верховьях Иртыша выпустят больше 500 годовалых окрепших особей. По оценкам ихтиологов, в ближайшие 8 лет они дадут потомство и разнообразят речную ихтиофауну.
От Северного Ледовитого океана до Оби, оттуда в Иртыш и до Китая поднимался сибирский осетр. Пути миграции рыбы, которые 200 миллионов лет остановили в середине 40-х-50-х годов. Места нерестилищ преградили каскадами гидроэлектростанций. Из-за строительства каскада ГЭС сибирский осетр практически исчез из Иртыша. И в 1970-х годах царской рыбы в реке практически не было. И вот спустя 50 лет популяцию осетра наконец возрождают. И вот эта рыба скоро войдет в течение одной из самых полноводных рек страны. Сегодня в рыбоводческой ферме села Саратовка готовят молодь для Иртыша. Собирается выпустить почти 1,5 тонны осетра. Поголовью год-полтора. Уже окрепшие особи должны освоиться в полноводной реке. Наша рыба, она является паспортизированной. У них есть генетические паспорта, которые подтверждают, что они действительно относятся к сибирскому осетру и определенной популяции. Поэтому они здесь приживутся. От мальков до метровых красавцев их выхаживали специалисты из Астрахани. Годовое содержание садков обошлось в десятки миллионов тенге. Впрочем, денег рыбоводы не считали. Ставили задачу восстановить исторически сложившуюся ихтиофауну реки. Хотим показать людям, нашим местным жителям, молодежи, что у нас вот есть такая рыба, осетр, что она не только на западе Казахстана, а у нас на востоке она обитает. И она может здесь расти и дальше развиваться. В масштабах Казахстана сегодня не больше 3 крупных осетровых ферм. Восточно-казахстанская сегодня обеспечивает икрой всю страну. Здесь созданы условия замкнутого водоснабжения с круглогодичной температурой до 23 градусов. Так осетр растет вдвое быстрее. Поголовье превысило 5000 особей. Их закупят предприятия-природопользователи. В регионе кардинально пересмотрят систему зарыбления рек и водоемов. Мы в основном проводили наш Иртышский бассейн видами карповыми и сиговыми. Сейчас мы потихоньку переходим на зарыбление осетровым видом рыб. Потому что это был у нас... До этого было рыбы много. Не меньше 8 лет потребуется осетру, чтобы вырастить и дать потомство. Временной фактор тоже необходимо учесть. Природоохранным службам еще только предстоит сохранить возрожденную популяцию царской рыбы. Ихтиофауна Иртыша настолько уникальна и живительна, что в его водах встречались даже пираньи. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, 24KZ. Тем временем, после паводка жителей Западно-Казахстанской области настигла новая напасть – комары и мошкара. Специалисты считают, нашествие насекомых принесло масштабное весеннее половодье. Для борьбы с кровососущими местные власти привлекли дополнительные силы и средства. Альбина Кумаргалиева узнавала, как борются с гнусом в регионе. Выйти на улицу без защитных спреев и кремов – дело рискованное, утверждают уральцы. Приходится буквально отбиваться от назойливых насекомых. Вот венчиком. Мне кажется, не травили даже. Мне, как были, так и есть. Сейчас еще вечером ничего, а ночью-то... Ой, ночью, говорю, днем-то как жара и как раз вообще невыносимо ходить. Когда гуляешь, когда не гуляешь, вообще в любом месте тем же. Не дай бог окошко откроешь дома, ужас, если у тебя этой сетки нет. В областном центре уже обработали территории на площади 13 тысяч гектаров. Для этого власти привлекли еще одну подрядную организацию. На борьбу с гнусом дезинсекторы выходят в вечернее время ежедневно, если, конечно, нет дождей. Несколько бригад сейчас работают в пригородных и парковых зонах города, а также на дачных массивах. Обработано на сегодняшний день 6 тысяч гектаров земли, а также еще плюс по жалобе выезжали мы районы Теректинские. Это населенные пункты как Акжаик, Шагатай и многие другие. Причина появления и обновления мошки на сегодняшний день – это у река Урал. А так как мошка обитает в подвижной холодной воде, и этот вылет ежедневно обновляется, и мы ежедневно работаем для снижения численности. На борьбу с кровососущими на 2023-2024 годы выделили 187 миллионов тенге. 105 из них предназначены на этот год. Но средств оказалось недостаточно.
Дополнительно запрашиваем сейчас, если по факту, сколько они отработают, по факту будем запрашивать. В данный момент у нас 105 миллионов уже имеется. Если по факту, ну, я точно не могу сказать, ну, где-то, может, 100 будет, может, меньше будет. По факту будем запрашивать деньги. Повышенная активность мошек, по прогнозам энтомологов, продлится до конца июня. Затем численность популяции должна сократиться естественным путем, когда прогнозируется массовое появление стрекоз, традиционных помощников в борьбе с гнусом. Альбина Кумаргалиева, Булат Джерлагасов, Эльдар Аюпов, Хабар 24, Уральск. И к другим новостям. Неделю боевой готовности объявили в вооруженных силах Казахстана. В течение нескольких дней офицеры будут проверять системы оповещения и оценивать выучку солдат. В планах также различные тренировки, в том числе многокилометровые марши и стрельбы. В целом, интенсивность боевой подготовки казахстанских военнослужащих за последний год выросла на 16%. В будущем ее продолжат наращивать, а еще Министерство обороны обещает закупить новое вооружение и внедрять в армии современные цифровые системы. Рауль Габитов с подробностями. Цифровые технологии в казахстанской армии давно не редкость. Вот одна из новинок – система виртуальной реальности. С ее помощью военные могут детально анализировать любую местность и планировать спецоперации на основе полученных данных. Разработали в вооруженных силах и голографическую карту. Она не только отображает местность и расположение техники и солдат, но и, как в компьютерной стратегии, моделирует различные ситуации. Представлено, в общем, да, на определенной конкретной местности, в нашем случае на территории учебного полигона, действия наших войск и предполагаемое действие, говорят, противника. Для того, чтобы визуализировать это изображение, да, в трехмерном пространстве, как раз имеются вот такие вот 3D-окуляры, есть сенсоры, которые реагируют на эти окуляры, говорят, там, соответственно, говорят, там, получается 3D-изображение, говорят, и военнослужащие, одев эти очки, говорит, там, создает, получает, говорит, там, трехмерное изображение. Оборонная промышленность в стране набирает обороты. Работают в этом направлении несколько предприятий. Производят они средства связи и наблюдения, автоматизированные системы управления войсками, боевые модули, средства радиоэлектронной борьбы, системы авионики, морские и гражданские системы управления. А еще на базе заводов модернизируют и собирают военную спецтехнику. Идет поэтапный процесс перевооружения вооруженных сил, в том числе техникой отечественного производства через гособоронзаказ. На сегодняшний день гособоронзаказ, доля отечественного производства государственного оборонного заказа составляет более 50%. За отчетный период Министерства обороны, то есть вооруженные силы, получили более 500 единиц военной техники, 50 единиц техники отремонтирован капитально. Знакомьтесь, «Орлан» – бронированная колесная машина отечественного производства. Предназначена она для разведки. Машина обладает большим дорожным просветом, а ее броня соответствует третьему уровню защиты стандарта НАТО. Выдерживает броневик взрыв противотанковых мин и атаку бронебойными пулями. Жара и мороз ему тоже не страшны. Основным орудием является НСВТ, Николаевского танковый, 90-миллиметровый. И спаренный пулемет, пулемет Калаш танковый, 7,62-миллиметровый. Основным экипажем являются 3 человека. Командир машины, механик-водитель и наводчик-оператор. Весь машина составляет 13,5 тонны, а боевой вес 16 тонн. И сзади расположено 6 десантов. Но гораздо больше внимания в Минобороны уделяют не технике, а людям. Повышают, например, качество образования будущих офицеров. В прошлом году в военных вузах страны появилось 11 новых специальностей. Набор абитуриентов тоже увеличили и сократили количество квот для обучения за рубежом. Подготовку проходят и бойцы территориальной обороны. Это обычные военнообязанные жители, которые числятся в запасе. Для занятий их собирают 2 раза в год. В Министерстве обороны разработали концепцию развития вооруженных сил на ближайшие 7 лет. Внимание в ней уделили каждому из подразделений – сухопутным войскам, силам воздушной обороны и военно-морским силам. Все это в совокупности продвигает страну в глобальном рейтинге. По данным международных аналитиков, вооруженные силы Казахстана сегодня самые мощные в Центральноазиатском регионе. Рауль Габитов, 24 КЗ.
Это были все новости к данному часу. В студии для вас работали Лунара Бегусинова. Я Рустам Балтин. До встречи на 24KZ. Передаем слово коллегам.